Добрый день, дорогие друзья, с вами снова сегодня Андрукун, и мы продолжаем нашу эпичнейшую кампанию здесь, в этой галактике. Поехали! Без лишних слов, выносим Синюю Федерацию. Так... Обитаты, все дела. Напомню, этот парень успешно шел к 4000 попов, но теперь у него их две. Это какие-то атаки на спейспорты врага. А мы тем временем, кстати, приближаемся к 8000 попов. Что, конечно, просто пугающая цифра на самом деле. Какие-то репитки. Так. Так. Ну, как обычно, за кадром я там еще сделал какой-то менеджмент. Кстати, на флюжене у нас же появилось. Да, появилось. Кацана там ловим. Кота безумного. Ой, на нас клеймы кидают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, бабах. Двигаем дальше. Engaging hostile forces. Да ладно вам. Кота мы раскатали в прошлом эпизоде. Захватили его флюжен. Я, кстати, заказал еще подстройку армии на своих планетах. Вот и раскопка появилась. Кацана искать. Так. Ну, то, о чем я говорил в прошлом эпизоде, что... Он очень экстравагантно сбежал от нас. Еще пачку энигмалитов мне выдали. Пользование. Спасибо, компьютер. Сплавов и даркматера нам хватит. Конечно, когда мы откроем центр галактики, это все будет... захватываться этим дурацким Этернумом. Позже за Этернумом мне, конечно, придется бодаться в Солянова. Но ничего. Думаю, неприятность это мы как-нибудь переживем. Да, пока что компьютеры будут пытаться собрать себе все-таки какие-то новые орды. Чтобы дать мне отпор. Ну, посмотрим, что у них получится. Да, эти халявные луны из ниоткуда, конечно, очень нам ускорили здесь процесс. Что им, конечно, большое отдельное спасибо. Так, а я еще какие-то флоты не подтягивал сюда вообще. Тут на гейте стоит один. У меня такое ощущение, что у меня был где-то флот. Куда-то он летел, и я его уже пробросил. Нет, хорошо, что вспомнил. Тирани, пожалуйста, присоединяемся к нашему движению здесь, в Ишхар. Да, мы очень быстро, конечно. Ой. Ой-ой. Бог. Это у него этот перк дурацкий. Там, кстати, есть тип пехоты, который требует 500 влияния на свое производство. И вот этот вот. И надо не забывать их подстраивать. Раз уж такое дело.
Пехота нужна будет, чтобы штурмовать Birch World. Я его хочу захватить по понятным причинам. Так. Кто-то стал материалистом. Надо же. Как жаль, что это вам не поможет. Сидели бы они там на сотке попов, да? Не выпендривались бы. И жили бы себе спокойно. Ну, кстати, еще один мега-шипьярд. Промиссин офицер. Чувак, ну ты без дальности. Орл Пакин, извини. У нас строгие стандарты. А будет не забыть потом поднажать еще раз грейдилку. Фаноновскую таблетку. Вот, это начинается вот разлом о пространстве времени, через который Кайтсен сбежал, и мы скоро узнаем, что там этот разлом тянется на тысячелетия, миллиарды, миллиардов лет вперед. Строим наши имба-колонии. 8 тысяч попов, боже мой. Так, вот еще тут колония есть. Да, какие-то репитки. Очередную планету мы разобрали. Какие-то у него колонии, конечно, компьютер разошелся. Ну, 83 осталось у этого, однако впереди еще его дружки. Многочисленные. Луна молодец, трудится луны, точнее. О, да. Хранилище не зря на кольцах понаставил, кстати, реально. Вместимость ресов. Сверхплотные материалы, 13 тысяч вместимость всего лишь. Как жаль, что их не расширить. Так. Knowledge is the key to the universe. Шилды подгрейдились. Страйккрафты. Где-то противник что-то попытался. Все, Клоу последняя тут в этой системе. А, нет, вот еще руки. А, что, это система наша? Да. Ой, как хорошо. Ну, кстати, сфера Дайсона очередная. Тоже мне получается. Пока не буду эту базу убирать, она детектом служит. Пусть служит. Такие кораблики, конечно. Миленькие. Вот тут еще закуток, в который мы не заглянули, кстати. Опять же, с энигмалитами. Блин, 893 тысячи сплавов ежемесячно. Это, конечно, нечто. Так, ну, разрыв во времени, да. Там сейчас зонд начнем вот туда запускать. В общем, все дела. Все дела. Ну, компьютер, видите, он активно очень строит флоты, пытается что-то собрать. Отлично. Очередная система готова. О, так мы почти здесь его и додавили. Антенна. Ринг. Орбитал ринг, кстати, грейженный. Не, ну вы посмотрите на это все. Сигма техи. Засранец, поделись. Они тебе не нужны. Они реально тебе не нужны, друг мой.
Хотя, если бы даже он поделился, это бы его не спасло, наверное. Это печальная констатация факта. Тут, кстати, у меня грейд должен быть вот этих двух штук в первую очередь. Сборка попов, конечно. Офигеть. Это еще не дегрейдились все эти панонские уровни. Армор, энерджи, вепоны. Хорошо. Когда-нибудь и у нас будет по 100 репиток. Так, руки. Конечно, очень такой заунывный, но медитативно расслабляющий процесс выпиливания компьютера. Еще две планеты какие-то разобрал. А этот пацан продолжает свое безумие строить. Вообще это все можно, конечно, позахватывать на самом деле. Потому что мне эти колонки как бы пригодятся. Это, конечно, еще пачка менеджмента. Я даже не уверен, что он мне действительно нужен. Рунической силы всего 142 тысячи получаем. Кстати, где он меня периодически атакует? Какими-то батуши... А, понятно. То есть он тут собрал флот и пытается пробить эту несчастную баску. Даже не боевую. А, она на сигматехах мне досталась, лол. Ну, тут так-то он, конечно, флот большой собрал. Но тут регены у базы бешеные абсолютно. База разобрала всех. Да, временной зонт. Опять безработица у нас огромная. Флирип. Терип. Ричикис Руст Хабитат. Хруст Хабитат. Research concluded. Угу. Даже weapon damage хорошо. Так, ура! Луны, вы молодцы! Вы справились, я смотрю. Баску разбираем. Здесь, кстати, базы тоже можно разобрать две. Эти базы я не знаю даже. А, это этот павший. Гаша Империя была. Во, луны, а давайте вы как раз вот сюда и прыгнете и займетесь вот такими ответвлениями, которые нам мешают дышать и жить. Чтобы на это не отвлекать флоты. Тут 86 тысяч кинул. Да, его эта единичка, конечно, сбивает. Рейшенс. Тробили. Причем заселил каждую систему хоть чем-то. Хоть чем-то, но каждую систему заселил. Семьдесят одна колония еще, ё-моё. Что ж ты столько-то понаделал-то, а? Какой-то армор получили.
Ты кто такой? Буб Стомпах. Рейдер Флит. Вот дрянь. Ладно, когда-нибудь я до тебя доберусь. Engaging hostile forces. Урий хабитат. Личий нест хабитат. Да. Продвигаемся пока. Вот этого типа, наверное, действительно может пехотой захватывать, есть смысл. Нас тут он еще строится. Я не думаю, что у него большая сила оборонительная есть на этих планетах на самом-то деле. А где моя пехота, штурмовавшая Джубля? Она же на флюже не была. Блин, плохо, что да, менюшка ломается, старый баг, лучше новых двух. Ну не говорите мне, что я ее куда-то успешно слил. А, она дома висит, все. Кстати, я за кадром обнаружил, что я восстановил такие эти. Помните, на фаноновском хранилище можно было, типа, поднять оттуда какой-то... Как это сказать? Ну, экипаж какого-то Star Conqueror. Мне дали маленький фрегатик фаноновский. Но я как бы не знаю, стоила ли она того 1300 дней ждать ради одного этого кораблика, но по фану мы продолжаем. Может, будет какой-то смысл. Двигаемся в будущее. Там опять же идет этот рассказ про Кацана. Так. Угу, вот еще планета приныкалась. Хорошо, что я взялся с этими безумцами заканчивать. Кстати, товарищ куратор, tell us about the Fallen Empires. Я его не спрашивал про фон. Фанон Корп. Вот я про что не спрашивал. Who are they? What is their history? What else do you have to offer? Ничего интересного нового мы с этого не получим, но... Но и ладно. В принципе, тут не до фанонцев, тут разбить вот этих типов. Блин, и он же строит эти колонии там. Фанон Макрипы. А он их не колонит, что ли? То есть они мне чистенькими достанутся. Но он как... Он терраформит все на свете. Если я не потороплюсь, он тут поназаселится. Но очень мило с его стороны, что он их не колонит и оставляет для меня. При этом не прикрывая теми имбо-турелями, которые там есть. Так что, да. Очень, очень мило со стороны компьютера на самом деле. Так, пехота, так вы нам и не понадобитесь. Всего 4 ляма силы. Чё так мало, интересно. Вроде репиток уже набрал.
Генералы должны были качнуться. Видимо, что нам, тонны пехоты придется для Birch World делать? Боже, он строит еще какие-то, блин, чудеса. Остановите его. Пожалуйста. Вот этот житель системы Фравий, он будет нашим антипобедным типом. Блин, надо торопиться. 75-й год, который я назначил как обязательную дату вскрытия центра галактики, он уже близко. Уже офигеть. Пацан тут Дискальдерсона построил. Вы посмотрите. Он, правда, его не знает, что с ним делать дальше. А нет, ресерч гиперсегмент строится. Ресерч гиперсегмент. То есть он его чисто на ресерч, что ли, пустил весь? Фу, какая мерзость. Фу, какая мерзость. Не, компьютер, ты прости, но я это все разбиваю. Оно уже не надо. У нас так Альдерсон есть, нам еще свой надо заселить. Я же молчу про войд сферы. Как бы я их всего 3 сделал, но похоже, что больше и не надо. Мы приближаемся к 1 000 000 сплавов в месяц. Медленно. Очередной майлстоун. Да, это тут продолжаем гнаться в будущее за Кацаном. Катайлем. Amazing. Мы достроили динамику. 1400 попов. Постепенно выбиваем дальше. Угу. Мы чуть более не раскрыли себя. То есть, а прикиньте, с точки зрения вот этих несчастных, да, примитивных цивилизаций, когда они выходят в космос, такие устанавливают с нами контакт, и им такие наши историки начинают нашего роя рассказывать, что тут вообще происходило без них. Итак, между делом, ну, тут еще, короче, ребят, блокеты прилетели, они сейчас всех вычистят нафиг. Ты такой, они такие, чё, а можно мы обратно, типа, пещеры... Бабушки в деревню. Блин, у меня попыток-то растут. С офигительной скоростью, если честно. С учетом их стоимости. Честно говоря. Бам. Ну ничего, постепенно что-то у меня там достроится из планет, куда-то попы заедут. 2 000 000 науки, блин, почти 1 000 000 сплавов. Сколько у нас рунической энергии? 150 000. Да когда уже прекратятся эти разборки планет? А, вон еще сколько систем недоразобранных. Крупные планеты еще остались, видимо. Лямбда Серпентис. Мое? Мое. Ура! Ура, получается... Получается, что... Блин, меня бесят вот эти типы. Где они живут вообще? Ну, вроде как дома у них больше нет. До свидания, рейтеры, они, блин.
Конец вселенной. Почти вся материя вселенной на данный момент упала в черные дыры. Ага. Да, и в итоге все черные дыры, неважно какие, большие, просто испарились через радиацию Хокинга, излучение Хокинга. Вот. Оставив после себя только изолированные частицы, дрейфующие каждая по отдельности в связи с расширением Вселенной. И экстремально редкие твердые тела, коллапсировавшие в сферы. Ну да. Железные звезды из этого всего сделались. Даже железные звезды в итоге сколлапсировали в черные дыры, которые потом испарились. Только дрейфующие фундаментальные частицы остались. Расширение Вселенной достигло такой безумной скорости, что ни одна из частиц больше не сможет никогда столкнуться с какой-либо другой. Когда-либо. И плотность энергии по сути достигла нуля. И Вселенная вот в этом, вот в этом, вот после стольких лет, это просто бесконечная, бесконечно расширяющаяся пустота во всех направлениях. Но туннель, по которому сбежал Катсон, до сих пор существует. Вообще, парни, которые вот это писали, они, конечно, красавцы. Это в первый раз очень много текста, но очень интересно читать. Вообще, так, если представить, вот эта война, которую мы идем, вообще страшная просто здесь, да? Вот, потому что мы тут катаклизм галактического масштаба устраиваем. Это в преддверии прихода еще двух кризисов, которые мы ждем, и Стилларборна, в которых мы, скорее всего, сами к ним придем, да? Если я правильно помню, как это было все. Три луны разносят объект поселения размером в звездную систему. Это, конечно, эпично, эпично. Надо больше эпичных масштабов. Кстати, тут тем временем потихоньку пытается продвигаться спящий. Не сказать, что совсем уж безуспешно. Самое интересное. Претендует гаденыш на мои территории. Базы нужно будет поразбирать потом. Ой, блин. Построилась какая-то дрянь. Ой, тут даже флот был. Угу. Так, на 6 миллионов как бы. Бам. По ушам. Когда-нибудь надо делать, подумают о том, что звуки надо делать потише. А где этот флот? С чем, обычными дизайнами, что ли? А
А вот на 6 блямов они корветами сделали. А как ты умудрился? Это же даже не фанонские техи какие-нибудь там бешеные. Как игра посчитала тебя на 6 лямов? И почему у них 205% баф на ХП? Как будто с репиток. Отсюда и 6 лямов, да, какие-то бешеные репитки. Как будто бы. Чтобы по пандемии 235%. У ХП у кораблей у него что-то как-то очень много. Вот тут, кстати, по-моему, живут тоже какие-то. А, это орден Нумы. Окей. Это караванщики. Им можно. Ну что, сколько тебе осталось? 51 колония все еще. То есть пацан шуток не шутит все равно. Раскопали. Угу. Атомный шредер, переработчик вселенных. Что-то появилось из самого пространства времени. Сущность. Которая перезапускает вселенные после их смерти. Knowledge is the key to the universe. Да, какие-то репитки. Communication established. Здравствуйте. Кто вы? Ностя. Подземники какие-то народились, да? Вот, видимо, примитивы возвысились. Да, как мы долго этого типа проходим? Ну, у него очень много колоний, конечно. Он стакал. У этого, допустим, 21, у этого 92. То он успел уже позаселять. Угу. Мое? Мое. Спасибо за Science Nexus. Just Can Installer Compact какой-то выбит был. Раз и навсегда. Что ж. Давайте вы на авиар разбирать вот это все. Вы на руки. Вы на кроуд. Разобрали еще пару планет в галактике. Почистили, так сказать. Чуть-чуть. 8100 попов. Куда? Куда? Куда я их должен деть? Еще бафы на рост очень жесткие. Так, а это мы провели анализ, собственно, Enigmatic печати. Окей. 4 запирающих механизма. Надо либо кейстоуны найти, либо самим их произвести. Можем напасть на спящих и потребовать их кейстоуны. Или нанять у этого. У Фанонса, кстати. Вот.
А, понятно, это эти штуки. Геркуляна надо будет, кстати, сделать тоже. А производить я его тут должен, что ли? Непонятно. Фанонец. Засранец. Что-то он не хочет ключи делать для нас. Может, какой-то ивент нужно дождаться? Dark Energy Seed называется тут еще что-то. А как эти ключи, собственно, создать? Тупо ждать? И у нас есть еще два спящих, у которых их там можно будет забрать, но, блин. Такое ощущение, что что-то сломалось, да? Ладно, мы изучили проект. Может, со временем поймем. What? Он смог пробить эту базу. А, он луной это смог сделать. Парни, простите, вам придется отвлечься. Слетать сюда. И после этого вернуться к хабитату. А то что-то какой-то компьютер тут это. Сильно поверивший в себя, я бы сказал. Далеко он оттуда, конечно, не вылетит. Но восстановленную луну кинуть на меня, это, конечно, был резкий ход. И сдрапал, кстати. По-быренькому. Да блин, что у вас? В реке это так мун, кстати. Давайте восстановим ее, в ту кучку закинем наших лун. Когда-нибудь у него закончится колония, я буду в это верить. Первый день, он трудный самый. Давайте их параллельно буду грейдить уже. Да, миллион сплавов в месяц. Мне их просто хранить теперь негде. Ну что, оставим эту луну пока здесь прикрыться. Потом объединимся с вот этим вот веселым флотом. Драсиль там что-то там. Nature Gift. Раскапываем здесь новые районы. Макрипы достраиваются, их, наверное. Надо нон-стоп грейдить. Все-таки. О, смотрите, тут 65 джоб доступно. Нифига себе. А, потому что тут сплаволетельщики местного разлива какие-то одуревшие. Блин, ну серьезно, торговцы, серьезно. На этом скейле ресурсов давать каких-то там торговцев. Ну это как бы вообще дичь, по-моему, не? Устройтесь. Вот и будет нам куда попов деть, собственно. Красота? Красота.
Правда, их не хочу производить в таких количествах. Но заниматься супер-микроменеджментом с их переселением, оптимизацией и улучшением колоний, на которых они живут, это уже увольте, это уже сил нет. У нас и так тут 10 лет осталось для того, чтобы разметать тут остатки. Ну как остатки? Мы пока только часть синий феда выбили. Но это был самый-самый жирный тип, которого я сейчас довиваю. 40 колоний, меньше 1000 попов у него осталось. Да где это? А, он все-таки, слушайте, он все-таки пытается здесь через мои планеткрафты пройти. У них поломанные шилды, поломанная броня. Уже все, заглючили по полной. Так, и порой большой взрыв мы увидели. И со временем там появляется... Вот он этот, Кайзер. Кайзер Катайль. Вот. Только 5% всего рас, которые разбили его империум, смогли так и разгадать, как он прошел. И пройти через атом Шреддера. We shall meet again. Окей. То есть в прошлое это путешествовать ему нельзя. Катайль эт этернум. Fusion теперь будет иметь кучу ученых. Зачем-то. Обычных. Продолжаем. Честно, Fusion можно будет попов переселять толпами. Еще планету разломали. Давайте грейдить его до манон уровня сразу. Да, это одна злобная луна тут стоит такая, типа, ты не пройдешь. Гэндальфа все изображает. Ну, кстати, успешно это делает. Компьютер перестал там вроде лететь в ту систему. Ага. О. Он теперь пытается атаковать гейткиперов в Икламе, что самое интересное. Но тут еще и база эта, хоть и дурная, ракетами небось загруженная, да? Ну да. С рейнджом 45, то есть когда они вылетают отсюда кораблями, она и не стреляет по ним. Гениально. Research concluded. Вот, кстати, ракетам могли бы сделать хитрый момент, чтобы они были useful хоть чуть-чуть, чтобы у них не было предела в упор фигарить. Чтобы можно было ракетами в упор расстреливать. Вот тогда они были бы, да. У них была бы очень маленькая узкая ниша применения. Но она была бы. Вот это можно даунгрейдить. Keystone Fabrication. Еще Space Project Fabricating the Keystone. Окей, что нам нужно для Fabricating Keystone этого? Уже 8279. У меня как с цепи сорвались, по-моему, мои попы, нет?
И как будто еще быстрее стали производиться. Так, что для этого надо? Прекурсоры, Become Crisis, Outer Gates, вот. 45 тысяч инженерки. Серьезно? Ладно. The special project has concluded. Keystone acquired. Так. Первая печать была деактивирована. Let us begin. Что ж, двигаемся дальше. Я хочу сигматехи. Я считаю, что мы их заслуживаем. Угу. Есть еще одна система под наш контроль переходит. С кучами энигмалитов. И можно, наверное, двигать. Расползаться дальше. Луну тогда давайте прицепим к этому флоту. Он себя зарекомендовал. У меня есть там еще ж флот один, который с планеткрафтами, лунами и прочим. Упс. Тут прилетел флот. Какая жалость. А компьютер тут что-то копил, да, он тут что-то пытался, на самом деле, создать. Пум 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 пум. Все. Закончились. Бабахи обычные здесь происходят и двигаем. Ну, могут остаться еще колонии где-нибудь среди союзников там в системах. Пиу. Лунки. Хорошенькие мои. Наверное, поверху пойдут, где вроде как нет таких злых злыдней. А, нет, сначала ты соединишься с этой дополнительной луной. И, кстати, вот здесь можно... Это что такое? Влур тут летает. Надо же. Привет, парниша. Компьютер сам на меня нападает тут. Это такое себе. Пирсер классно. Тут корвета подогнали. Все. Система Авиар под нашим контролем, да? Да. Вот, давайте, тут у него хабитатов куча, планет пачка, короче. Winds of Fortune, Mystic Order. Он сейчас сюда наш флот прилетит, проблем не будет. Вот это можно все поразбирать. Базы нам уже не нужны. Дэм. Так, вторая печать. Нам говорят, нужен компетентный ученый. Ну вот есть у нас один из Йехофов. А, 5-го левела ученый нужен. И прям сюда можно его запихивать. Ok,
Гейткипер Варден. Кстати, у меня вопрос. У меня Шоракл где-то был, да? Шоракла где-то строил специально. А почему у вас, пацаны, no orders? Блин. Я, конечно, понимаю, что вы, типа... Все из себя модные. Так, я строил Оракла, я помню точно. И, по-моему, я его проверил, и он не работал на этих пацанов. Да, вот он Ораклом прилетел, оно не сработало. Раньше, если ты влетаешь Ораклом, у которого альфа-техи, по-моему, альфа-техи, то эти гейткиперы считали тебя создателем и присоединялись по всей галактике к тебе. По-моему, это так работало. И можно было резко на халяву тем самым получить приличный флот. Knowledge is the key to the universe. Engaging hostile forces. Да, системы там. Все, это можно даунгрейдить. Боже, компьютер все еще умудряется строить какие-то мегаструктуры. Это даже прикольно по-своему. Так, ну лишим его очередной сферы Дайсона, видимо, да? Он на системе с двумя звездами строит две сферы Дайсона. Психопат. Ненормальный. Давайте нам тут хавитатусы повыбиваем. Да, теперь это мое. И он тут еще что-то строил. Часики, так-то, конечно, тик-так, тик-так. Поздновато я за этих типов принялся, конечно. Дал им разрастись. Теперь это все выбить будет отдельным. Даже не знаю, где это он напал на меня. Но, видимо, не очень удачно. Нет, давайте достроим. Идея прикольная. В системе с двумя звездами две сферы Дайсона сделать. Прям даже забавно. Слушайте, а этот флот, он там бомбит или чем он там занят? Он бомбит. А здесь... А вот здесь я профукал все. Угу. Я еще думаю, что здесь что-то мы как-то медленно движемся прям. Please stop this utter madness. Не, он заселяет их в итоге. Да, колонизит. Жалко. Придется разбить, наверное. Да ладно. А, уже и нет. Уже и не under fire. Так. Тут еще есть... Хабитат. Сколько тебя осталось? 25 планет, 500 попов.
Иногда такое чувство, что у меня попы быстрее растут, чем я ему их выбиваю. Все, закрываем вторую звезду. Будет красиво. А как-нибудь на тройной системе будет сделать 3 Dyson сферы, но... Да, он все застраивает и застраивает. Угу. Our station is under assault. Ну, он пытается. Construction completed. Он постоянно мешает мне, да? Залетая в эту систему чем-нибудь. Knowledge is the key to the universe. Что-то там за база застроилась. Хилос это уже. Зато ачивки собираем. За количество якобы нами построенных. Сфер Дайсона. Так. Бум-бум-бум. Да, он пытается тут нам помешать. Всячески. А откуда они берутся, эти фрегаты? Как-то с планеты, что ли, строят? Ну давай. Research concluded. Давай уже, я не знаю, там агрессив. О, кстати. Тут попов не хватает, да? Для апгрейда. Забавная история. Поддержим чуть-чуть их лишних. Нужно ставить чисто ради прикола этой континенталкой. Во, минус. Минус система. Не, зачем такие странные пути? Давай джамп-драйвом сразу. А позахватывать вот эти вот макрипы, где он их построил и не заселил. Очередной промиссин офицер, да? Ну-ка, Лекс. Ну все, наша система. Да. Он это назвал бейс-класс. Боже, тут энигмалитов понатыкано. С другой стороны, лучше энигмалиты, чем хабитаты. Да, 300 попов, 16 планет. Когда-то были тысячи. Он прям решил в каждой системе их все-таки построить, да? Да.
О, с дальностью добро пожаловать. А вот ты не с дальностью, ты добро отжаловать. Не знаю, зачем мне столько адмиралов? Но, видимо, я чего-то опасаюсь. Мы когда-нибудь закончим здесь вообще? Чё он постоянно отвлекает меня от этого всего. Откуда-то берутся у него корабли, которые туда прилетают. Вот. Дестройер. Откуда вот он берется, мне интересно. Или ему просто спавнят корабли, игра. Разбейте этот хаб. А, блин, у меня тут бомбардировка убогая стояла. Дело не в этом просто. Да, он просто продолжает их строить на пофиг. Вот просто как... Я не знаю. Как что? Как энигмолиты. Только не энигмолиты, а круче. Тут добиваем уже. Research concluded. А кто тут висит над планетой? Ага, это мне в наследство достались все эти дефенс-платформы, да? Окей. Сколько он их построил? Мне интересно, вот просто интересно, этот псих. Все, наконец-то процесс пошел. А это мы тут планеты дочищаем. Кстати, влияние, надо ж пехотку подстраивать вот ту модную, а я забываю все время. У них, правда, мораль есть у этого юнита, что, конечно, полный трэш. Но уж очень много у них урона. Даже с пробитой моралью он будет огромный. Еще один фанон Гритвол. То есть один упоролся в «я заколонизирую все и застрою хабитатами», все. Второй упоролся в «у меня везде будут фанонские штучки». Фанонский тип мне больше нравится. Он это делает для меня. Он продолжает какими-то кораблями залетать туда. Я так подозреваю, что это могут быть инвизники, которыми он пытается напасть, чтобы в последний момент как бы как-то спасти свою империю. Кстати, этого парня выбивать придется долго. Он уже успел 100 колоний нафигарить. Ничего. Behemoth Station. Почему-то не фанонская. А с другой стороны, да и пофиг, наверное. Да она просто достроилась наконец-то. Да. Он продолжает, да. Он летит, видимо, в эту систему реально инвизниками. Он пытается меня выбить. Но
конечно, шансов у него тут уже все не осталось. Каких-то боев просто миллион. Это не вот с какого-нибудь, блин, сраного шипьярда, там, как любит компьютер, по 3-4 кораблика делаешь за раз и летишь. Пара астероидных артиллерий досталась в наследство. Сколько ж тебя еще пинать-то? 8 колоний осталось, все уже. Конец империи веселых попугаев. Не, ну это, конечно, тролла была страта от компьютера. Я построю столько колоний, что тебе будет лень лететь ко мне и все это выбивать. Это могло сработать, как ни странно. Да, вот этот вот сектор с кучей этих Great Wall'ов, кстати. Подведем конструктора. А, то есть я тут могу все мега-туретки восстановить, чего не сделал компьютер. Да, конечно. Ради чего-то ж я строил такое количество сверхплотных материалов. Будет у нас супер укрепленная система. Много таких супер укрепленных систем на самом деле будет у нас. От Кей не хватает. Безумно не хватает для вот этого вот хаткея. По-хорошему надо и базу нормальную ставить, потому что иначе ее грохать будут. Будет очень грустно. Так. Ладно, дорогие друзья, на этом будем заканчивать этот эпизод. Встретимся с вами в следующем эпизоде. С вами был Андрукун. Всем пока-пока.